Чемпионат России 19-20 стал частью истории. Чемпион был определен по итогам регулярки. И спустя 5 лет казанская «Динамо» вернула себе титул сильнейшего клуба страны. Межсезонье уже стартовало. А это значит, что настала горячая пора трансферов и переходов. И мы рады представить вам первого новичка «Динамо Казань». Знакомьтесь, Таисия Коновалова, 23 года, центральная блокирующая. Рост 187 сантиметров. В 13 лет семья Коноваловых переехала в Москву из Тамбова, где Таисия начала заниматься в спортивной школе «Ника», а чуть позже и в структуре московского «Динамо». Далее поступательный путь Коноваловой прошел через нижегородскую «Спарту», в которой она провела 3 года и стала игроком основы. В Суперлиге Таисия дебютировала в составе челябинского «Динамо Метар», а через год перебралась на Сахалин, где в 23 стала лидером команды и одной из лучших блокирующих всего чемпионата. Коновалова стала третьей по количеству блоков, оформляя чуть менее одного чехла за сет, а также оказалась в топ-10 лучших подающих лиги и в топ-20 по показателю плюс-минус. Личным рекордом результативности Коноваловой в Суперлиге являются 22 очка в матче плей-аута. Но Таисия классно проявила себя в серии плей-офф против «Уралочки», в которой набрала 29 очков в двух матчах. Теперь же ей предстоит побороться за место в составе казанского «Динамо». Таисия не скрывает, что является большой любительницей спорта, а в особенности футбола. Вот тоже очень сложный вопрос. Я перебирала бесчисленное количество. Зинедин Зидан. Когда Таи называют, ну, мне не то, что это раздражает, мне не нравится. Мне кажется, это не мое имя. Лучше и приятнее, если меня назвать Тася. Таисия, добро пожаловать в семью «Динамо Казань». Подписывайся на «Динамо ТВ». Йоу!